Проследите, чтобы кухня была готова к утру. Слава ангелам! Ты вернулся! Преподобной матери надо об этом услышать. Но она сейчас в Корваларе. Тебе туда. Все происходит так, как предсказал Инарий. Вскоре он сможет сбежать из санктуария и вернуться к себе на небеса. Нужно больше времени. Ты тоже его видишь? Призрак Корика, моего сына. Его ребенка забрали в черное убежище. И теперь он меня преследует. Зовет меня. Просит, чтобы я... Я этого больше не вынесу. Я заплачу. Только прекрати эти муки. Прошу, упокой его душу. Нет! 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 Ты умер! Папа, не хочешь навестить меня? Нет! Они забрали тебя за твои грехи! Ты... Отец, прошу, зайди ко мне. Я жду тебя в убежище. Исчезни! Исчезни! Пожалуйста, исчезни!
Сердце. Недостаточные сенсы. Заперто. Достаточные сенсы. Отвечай, что тебе нужно. Меня ждет преподобная мать права. Открыть ворота! Вы были славными воинами. Трудились и сражались, не жалея сил. И пили тоже. Братья, сестры, надеюсь, в этом пламени вы обретете покой. Виго, что ты тут делаешь? Ты жив. Я признался праве. Рассказал про взятку от той женщины. Скверно это все. Сейчас решается, что со мной будет. Похоже, не видать мне жалования, когда она закончит. О, а ты ведь как раз к ней. Может, вместе пойдем? Вдруг она сменит гнев на милость, если увидит тебя.
Мало кто так согрешил, как ты. Это не просто доспехи. Это реликвия и образчик величайшего мастерства. Если грешник раскается, они выведут его к свету. Обычные доспехи такое могут. Эти доспехи движимы верой, не плотью людской. Хотя немногие знают, как это делается. Это давно забытое искусство. Она близко. Священная война. Попомни мое слово, иначе меня бы не просили готовить такую реликвию. Стой. Она ждет нас. Вернулся? Смело, смело. Ты ответишь за все перед светом, Виго. Свет тебя покарает, Виго. Пусть командир дозора пришлет замену тем, кто сгинул в шахте. С возвращением. Вига тут рассказывает, что ты был куда храбрее его. Для начала благословение надо заслужить. Священную войну не выиграть, если воины ни во что не верят. Это священная война. Лилит принесла в санктуарий вечное противостояние. В пророчестве сказано, что Инарий спасет нас. Ну а пока будем делать то, что должны. Отправляйся в Алебастровый монастырь и очисти там свой дух. Тогда и поговорим о благословении. Хочу принести по...